Сюда не пройти, бля. Ты меня нахуй не подписал. Может и такое быть. Ну ты... Ты оттуда там был? С пистолет, с этой хоть с винтовкой. Кажется, туда я не заглядывал. Сейчас какая-то хуйня выскочит. Лучше с винтовкой. Нырнуть надо. Пиздец. Нырни. А как плавать? Как и обычно. Берешь и плаваешь. Как Руся сказал, да? Да. Блять, значит, молодые люди. Что-то за рыбы, ебу, сейчас они будут оживать. Кислород нахуй кончится. Да нет, много еще. Нормально. Ебать. Вот вообще вот в таких миссиях не хочется шариться. Не хочется. Играть не хочется. Жить не хочется, блядь. Хочется, да. Не, ну реально. Обойти эти ворота. Обойти эти ворота. Да, я бы уже пулю себе пустил бы, ебать, если честно. Ну да. Такой ситуэйшн хуёвый, ебать. Да. Сказал бы Димон. Может, затем? Фу, ебать, нахуй, ты прерываешь свою речь, это страшно. Если хуйня, оба отончики. Нет места для заточки, да вы охуели. Если сделать заточку или что-то, может сделать, посмотри. А он не нажимается, да, тут нихуя эта хуйня. Он типа не может. В воде, ебать, не... А, он не может портфель снять в воде. А куда идти, блядь? Может, надо нырнуть, нахуй? Чё, блядь? Я выплыл, значит, нахуй. А, ну там что-то красно горело, нет? Сейчас, ты, не знаю, я смотрю вверх. Ты здесь был? Я понял, я смотрю, как обойти эти ворота. Где? Он тут сейчас или мне показал? А, нет, это не... красный. Это пожарная тревога ебучая. Так давай, мэти, приедут пожарные, спасут тебя. Да. Что ты сам сомневаюсь, я, конечно. Блять, ну что за идиотия? Хуйло, лезь наверх давай, куда-нибудь лезь. Блять, ни карты нет, ни хуища. Слышь, а я сюда, наверное, может нырнуть заново? Или может надо наверх? А можешь перед воротами нырнуть? А? Или а он там не ныряет, он там. Да? Там. Блин, какие, ебать. О. А я откуда приплыл? Блять, ты же нажал. Ты приплыл, нет? Нет, ты там передал сюда. Может там дальше плыть надо, слышишь? Да, может откуда я приплыл, просто не помню. О, под воротами? Отсюда. Нет, я сюда. Я туда приплыл. А, ну. Не-не-не. Да я туда приплыл? Да. Или нет? Да, лестница? Да нет, отсюда ты приплыл. Там лестница была, откуда ты приплыл. Да, блядь, только не задай. Не был я здесь? Не. Хотя хуйня. О. Блядь, а что там тёлка эта, интересно, дамажится? Пизда ей же. Ебётся со всеми подряд. Разошлась. Пока батя не видит. Пока я не вижу. Оля, дрожит фонарик, пошёл ты. Оля, да. Прикольно. Долбаные споры. Блять, начинай. Ёбаный. Нормально. Сейчас по-любому пидорастия будет твориться. Жиха будет, альбом эти будут. Те цверконы ебать. Блин. О, шумишь, ебать. Что нахуй? Твою мать. Крысы, блядь. Да я их не боюсь. Крысы, ты видишь? Хуй. Их кто-то согнал, ебать. Блять. Кирпич из него, блядь. Блядь, так шумит, ебать. Что-то, блядь, мне не нравится эта хуйня. Сверкуны ебаные. Блядь. Что-то неладное будет твориться, я тебе отвечаю. Я знаю всю эту хуйню. Я лучше дробаш возьму. Это не дробаш, но похуй. Опа. Смотри, осторожно, что там, полы скользкие. Да. Осторожно, мрази. Звуки хуёвые. Там наушника бы, если очень бы играли, хуёвые, это да. Было бы... Постираться лежит. Можно. Что-то кирпич лежит, блядь. А может быть лучше кирпича, два кирпича. Да нет, это хуйня. Блядь, это-то я точно, наверное, куда тебе надо идти? Ой-ой-ой-ой. Где пидорас... А ну, а дальше пройди. И побольше. Иди. Что иди, блядь? Нужен пропуск? Надо какого-то пидораса пропуск найти теперь.
Скорее всего. Нет, ой, мне кажется, даже у кого. Ты что-то рыгает. Ёбаные твари. Ого. Они серьезно смотрю настроены. Кажется, тебе нужно будет. Знаешь, кто? Что? Убить до этого. Какого-то пидораса? Босс будет, да. И на нем будет пропуск. Что-то мне так кажется. Видел? Выключи фонарик. Фонарик, включи. Ну прости, ебать их. Ты блять. Это не щелкуны. Нет. Или щелкуны? Ой, не, ряньки. Может это охотники какие-то, блять, вот эти. Ебаные. Да. Ебать, они тебя. Сразу так? Вот так просто сразу убивают? Они походу глухие. Те слепые, походу, эти глухие. Кто стреляет? Или это музыка так играет? Это музыка, да? Это бьет. Это музыка. В очко! Ты же нравится эта винтовка? Да, неплохая. Два патрона всего. Каких? 2-6? А. В обойме. Да. О, да, можно менять руку. Как я это сделал? Бля, как я сделал? Нахуй мне с этого. А ну простите. Как поменять обратно? Как я только что сделал? Все хуйню сломал. Блять. Перезарядись. Ебать, я из-под полы воюю. А винтовочка-то заебись. Да, кстати, нам надо ее прокачивать, походу. А, видишь, мы на ней патроны находим так-то. Писюн-то, убил я его! А, это я только что здесь поднимался, да? Я просто по кругу прошелся, потому что я спрыгнул. Как-то хуйня мигает. Бутылка, блядь. Нахуй они зареспились тут, пидоры. Так а где ты что, чмырь какой-то? Блядь, я запутался нахуй. Понимаешь ты? Бай, тут хуйни понаделал. Да нахуй ты творишь хуйню, блядь, братик. Ну иди мне этот ключ найти, ебливый. Как ты думаешь? Он сам. О, тут я не был? Да? Думаю, да. Или был? Не был. А пол Дискольский это говорил, помнишь? Да тут далеко было. Да не здесь было? Не здесь. Мне кажется, здесь. Mm-hmm. Хотя здесь лес сколько хуеты какой-то. Много хуеты. Значит, ты здесь не был. Если был бы. Давайте ключ-карту, пидоры. Встань нахуй, Валера. Да ну блять. Не мог я здесь не быть. А, ну был тогда штырю, блядь, прачечная, помнишь? Кирпич твой. А его скользкие полы смотреть. Да, только что я был. А вот я к грибам пошел. Да. Ты меня наебал, получается? Ну это другие скользкие полы, чувак. Значит, понизу пройдись там. Смотри, получается, я туда захожу. Грибы. А ключ карты, блядь, нету. Где ее, блядь, раздобыть? А чё он дохнет? Его споры, блядь, едят или что? Так вроде не дохнет, хп все на месте. Ну, так ты пор нашел? Нет, это я хуйню сделал. Включи фонарик, чё, нет уже никого, может разберемся тогда. Блядь. Бутылка ебучая. Ну и, блядь, какого хуя? Бутылок пиздец, миллион нахуй. Были здесь, ладно, дальше. Ебать, ты комиссар Миклован, пиздец. Так, я запутался, блядь, окончательно, ебать. Если поднимался, да только что? Нет, я здесь не поднимался, или блядь. Mm-mm. Опа, это кого-то, а, это провода, мы кого-то тащили, блядь. Так я здесь был, блядь, только что. Опять я поднялся наверх. Пройди там, блядь. Погоди. А я просто поднимался. Да встань ты. А тут ты был? Пироман был. Ебучий. А вот тут я... Был. Ты тут поднимался? А, ну да. Пиздец. Опа. Что за, блядь, звуки страшные. Вдруг уже, блядь, убили и изнасиловали 10 тысяч раз, ебать. Да, кстати. Может, на толчке, ебать?
кто-то пропуск оставил, какое-то тело лежит мертвое, блин. Нахуй ты срался. Мне не нравится. В поисках счастья, а что тут за хуйня мигает? Бутылка, конечно, вообще, блядь, ты. Ты включи фонарик, ты его народ. Да я боюсь. Уже нет никого. Да ну нахуй. Успокойся. Все хорошо, ты всех убил уже, кого мог только. Ну это пропуск ебучий. Он здесь по-любому должен быть. Это. Опа. Это не Стэтхэм там, ебать. Тогда я тоже подумал. Нет, а то здесь, блядь. О, вот она, ссылка. Тряху! Пропуск из отеля. Какой-то урод. Теперь надо найти. Совет. Включите генератор, чтобы восстановить энергоснабжение. Ты понял эту хуйню? Смотрите. А он внизу, что ли? Нахуй тебе нужен? Генераторы эти все. А, это сейчас какие-то пидоры по-любому появятся, я тебе отвечаю. Дёрнуть будешь. А, опять эта хуйня будет? Угу. Ну, хоть меня за жопу не кусают, пока я это делаю. Посоветовали, ебать. Толстый, блядь. Кого я пробудил, интересно? Ебать, я нихуя не спалился. Ух ты. А что, тварь это была? Что, кур? Братик, пошел ты нахуй, наверное. Куда мне идти надо? Я уже забыл даже. С перепугу, блядь. Так я хую. Куда идти надо? Тебе, короче, вниз и по ступенькам, по простым, понял? Мне надо вниз? Да, прыгай вниз и там по простым ступенькам. Ебать, мерзость. Я не вижу их. Пошла нахуй, короче. О, так, ступеньки. Еп, твою бога душу. Она за мной гонится, блядь. Это ты заебала. Подожди, ой, я пройду. Ебать, она тебя раз... Да ты иди нахуй. Захожу. Ебать, он без этот. Это пиздец. Это просто пиздец. Фу, дверь закрылся, слабо. Ебать, он как это все медленно делал. Я ебанул бы. Главное, Элли. Наркоман, да, ебучий? Фу, ебать, съешь аптечку? Не, не открывай, не открывай, не открывай. Съешь аптечку для начала. Это был пиздец. Я, если бы салатка включилась в жизни, я, блядь, бы... Я бы не жил бы. Нахуй так жить, да? Это минимум, да, ебать, тут пиздец. Кирпич. Нет места для кирпича. Для кирпича всегда есть место. Жизнь надо прожить так, чтобы для кирпича всегда было место. Да. Ты будешь быстро, или как пидор будешь передвигаться, блядь. Макрожопый. Верстачок. За работу. За работу. Лук. Ну, ктовка-то неплоха, блядь, но, сука, жалко, патронов на ней нету. Есть на ней патроны? Я находил только что. Да. А, типа, зачем ты бегаешь, на тут и патрон находишь? Может быть. Можно прокачать ее, че нахуй ее. Она так нормально дамажит, слышишь? Ты давай проверим. Что такое броня? Пули из оружия пробивают броню. Ничего. А нет, у нас не понимаю. Мы только можем прицел прокачать, оснащение. А че, оружия, а че прицел? И можем прокачать скорость перезарядки, пиздец. А че прицел? Что? Что там? Оснащение оружия оптическим прицелом. Оптика будет. Думаешь, надо? Такие боксерская не только получается? Давай качнем. Да нахуй надо, не-не-не, лучше этот... А тут можно качнуть скорострельность и емкость, отдачу. Емкость надо качать. Емкость не можем качать. А, это дробовик ебучий. Да. Отдача, да нахуй ту надо, нет, не надо. Он медленно стреляет, отдача да. Не чувствуется. Отчет, перезарядка, блядь. Скорострельность. Хуй даже не знаю, блядь. Давай то и то. Давай. Блять. Таблеточки. Анаболики. Что мне анаболиков? Стой, ебать, да идите нахуй. Верстачок. Ох, и двери открываются, блять. А там в зале, конечно, ад был жесткий. Пиздец, мне это не нравилась хуйня. Видел толстый, бродил, ебать. Я еще каким-то хуем нашел быстро всю эту хуйню.
Я тебе посоветовал просто. Иди вниз, просто крутой ступеньки. Был. Ну да. За подругу, конечно, тебя нормально. Кто так, там шли? Готовить, иди. А, на П. Пацаны. Пайранмин. Они по этим стреляли. Тихо, тихо. Тебя не покусали? Нет, пока. А тебя? Пока нет. Ладно. Да ты зачем? Ну а нахуй, это тасы. Он с оружием, ебать. Я этой хуйни не люблю, дело в том, что... Не один, понимал, с друзьями. Ебать, их опа, много. Прямо здесь что-то бежит? Да. Они поняли, где я сразу? Ну как? Не до конца, судя по всему. Если выстрелить ему в лицо. Ну давай. Он мне сзади не бежит, случайно. Мне кажется, он так и сделал. Сейчас я его могу обойти? Не могу, да? Опа. Блядь, стоял, сука, это хуйло хуй вылезло. Ты видел, какой я хитрый, да, пидор? Не патрон. Ну это пиздец был. Ха. А что, есть что-то? Ничего у него нету. Хм. Хуйло, блядь, ебучая. Дуба штана. Не говори. Чего? А тот, походу, самый стыкливый пиздюк. Там двое еще. Вон он, сука, двое? Кажется, да. Да, да, ты прям, блядь, ты спину, затем надо в универе преподавать. Что, плюс одного удушить может? Заказ прими. Пошли они нахуй. Ого, он, блядь, с разводным ключом или что ходит? Ну так вот разводят людей на ключи. Может убить их и да не въебываться? Ну в смысле застрелить? Ну одного ведь в голову. О, кирпич, блядь. Где у тебя есть кирпич? У меня нет кирпича. Есть. Блядь, зато я ходить буду или что нахуй? Здесь, брать. Ты сейчас будешь с оружием мне в спину стрелять, да? Позвоночник. Зараза! Писюн, братик, извини. Не добежал. Да, видишь, с каким-то оружием это, с такой этот... Не, ну, не добежал, ну вот прости. Это винтовка такая добротная. Охуенная. Да, она их дамажит. Еще ее будем качать? Да давай ее, почему бы и нет. Где мне нужно расписаться? Лестница. USA армия. А, это армия, типа, такую хуйню с дверьми сделала. О. Я плотник. Я строю эту хуйню. Куда я лестницу несу, я сам не знаю. О, а. Сюда. И, блядь, куда? Туда, наверное. Сюда? К стенке. Я сюда не зайду, к стенке. Ну да. Не пролазь тут с лестницей. Блять, а куда я... А, вот сюда, что ли, блядь? Чем? А я, блядь, понесся. Уже даже успел меня затошнить, пока я крутнулся. Ебать. Пылесос. Пиздец. Возьми попылесос. Да, можно было, там лежал. Ёблым попылесос. Сейчас никто там на ноги наступит, не знаю. Ах ты, пи... Ебать. Это было не выныривать. Слышь, я сейчас могу тебе ебало набить, твое грязное. Ломай мой член. Опа, я восстал из мертвых. Там мне-то похуй, твой. Револьвер бери, ебать. Это не револьвер, это Макар, Макар. Бери Макар, ебать. Братик, давай, давай. А что так, блядь? Мать, все. Ебать, малая, школу жизни прошла, ебать. Да, это точно. 15 лет людей побывало, блин. Тошнит. Как мне? А, да, столько переебашил их. Да-да. Пиздец. Сам же рад, что полезла. Хорошо, хоть башку мне не прострелила, соплячка чертова. Знаешь что, Джоэл? Пошел ты нахуй. Сказал бы Элли, я знаю, что тебе нелегко, но ты справилась. Ты спасла мне жизнь. Неужели это так трудно, Джоэл?
Надо идти дальше. Джол охуенный. Так идем. Блядь, суровый мужик и просто светит своим. Блядь. Я его люблю. Хочу этим идти. Да. Ладно, лестница и... Блядь. Просто хочу с собой все нести. Спиздить лестницу. Да. Привычка. Когда светло и настроение хорошее, не боишься никого. Можно выступить пока. У кафедры. Дорогие зомби. Она обиделась на меня? Походу, да. Пошла она нахуй. Ой, лотбаш, что она? Не только возиться, ебать. Себе дороже. Да. Спасла меня один раз, ебать, и уже выебывается. Опа, пришла, блядь. Почувствовала свою вину, ебать. Все же. И, блядь, смысл этой хуйни. Или это другая хуйня? Вы должны выбраться отсюда. Найти мост. Кто стоит, блядь? Не. Ай, как же достало. И поебали кутики, на. А чем? Ну, я проверяю санслужбой, ебать. Толчки чистые. Все должно быть чистое, стерильное. Ля, вторую в эту не берет, пидорас. Что, ножей дохуя приобрел, я не пойму, выебываешься? Что может лучше быть? Фу, меня пугает, блядь. Два ножа, ебать. Оказил? Да. Тихо, тихо, что-то я заподозрил. Делай аптечку, может, что-то можешь сделать, посмотри. Да все могу сделать, аптечку. Раз. Эту хуйню, два. Эту хуйню. Мы так раз ни разу ей не воспользовались. Блядь. Ну, если будет там человек 20, ебать. Я их лучше спалю, к ебаной матери. Это мне понравилось. Когда они горят, метушатся, ебать, а ты стоишь сверху, смотришь, смеешься. Помню это, блядь. Жека, ебать, да. Ебанат, да? Да. Очень нашел. Холодное оружие лучше, на модификации выдерживает на один удар больше. Все, это пиздец. Это ребята, ребята. Страшно по холодному оружию, там один. Повышение надежности холодного оружия. Правильный выбор и техника плетения узлов имеет огромное значение при закреплении ударной части на рукояти. Все, блядь, пиздец. Хочу убивать, блядь, людей. Пачки. Монтаж сейчас буду. Ой, это отель, это пиздец, да, просто. Да, это, блядь, мне не нравится. Я видел, как нормально жестик играется, да, где-то. Да. Рояль! Можно я сыграю? Похоже, та дверь ведет наружу. Люстра. Ты не видишь пути наверх? Не-а. Тогда закрой ебало. А что ты вообще знаешь? В натуре. Я там всяких ходил. Шестерёжа. Что ты знаешь о жизни? Ух ты, зацени. Что-то нашла я бы. Рояль, по-любому? Нет, где? Где ты, сука? Бля, где ты? Знаешь, на таком фоне порнуху снимают, ебать. Задник. Люди фотографировались. Нет, нет, люди ебались на таком фоне. Да, я потенциал. Знаю, что это. Массовая ебля. Да, массовая, блядь. Да. Раз, опа. Кирпич. Есть у меня кирпич? Нет. Теперь есть. Ты, конечно же, всегда прав. Зачем об этом говорить? Может, с этой штуки можно залезть? Просто уйти. Ну, я сейчас ее буду. Да хуй бы он ее подвинул. А куда? А, он вверх. То навряд ли он. Хотя она наш на колесах. Взяли. Да? Взяли, я ее сам тащу, ебать. Тяжеленная штуковина. Как насчет помочь? Заебался? Думаешь, можно мне это доверить? Ну, ёбать. Так с ней-то, конечно, полегче, ебать. Как будто это мужик 90-й килограммов мне помогает. Джон Сина, ебать. Да. Джон Уолл. Охуенно. Пошли. А может, ее поднять надо? Да пошла она нахуй. Понимаешь? Да, блядь. Не моя стезя. Да. Там по-любому что лежит. Вот че? Здесь. Мне кажется. Да, я знал всю хуйню. Ты я, блядь, я Спиноза. Мне надо в универе преподать. Решку надо сделать по-другому, потому что придется пацанов подпаливать. Ноги ёбаем. И сразу. А где эта подруга, слышишь? Не моя забота. Пошла нахуй. Та-та-та-та-та-та-та-та. Что, нихуя нет? Та-ти-ра-ти-та-и-та. На улицу. Если бы ты раньше на улицу вышел, ебать, чтобы этого всего полтора часа не играли, понимаешь? Ну. Бутылка, блядь, полезная вещь. В принципе-то да, но зато столько интересного мы нашли. Ты нашел томик по улучшению холодного оружия. Это, кстати, да, ебать. Где тут этот мост ебучий? Может, видно его? Блядь. Опа. Опа, новая винтовка? Или та же? Ух, ебать, их там. Сейчас бы прицел, да, помог, прикинь? Прыгнись. Прицел качнуть. Что-то бы как это, как. Значит, этого убили.
Я сейчас так, спрыгну и расчищу на путь. А как же я? Какой-то вонючий, ты ебать. Здесь? Ну это же тупо! У нас больше шансов, если я помогу. Поможешь. Я понял, что стрелять тебе не впервой. С винтовкой справишься? Тут бы сейчас бы это, трехлинеечка, да, и было. Ух! Можно было раздамажить. Самый заядный карвин Симонова, ух! А лучше, блядь, всего этот... Пневматика. Печенек. Да. СВД, понимаешь? СВД, да, СВД, да. Теперь упрись как следует в приклад. Походу, вся ключица выломает, нахуй. Это ж хуйня легается, ебать, нахуй. СВД как легается, это пиздец. Да? Конечно, ебать. Тени. Мне нравится, когда вот, знаешь, такие выстрелы. Да, должен загонять еще один патрон. Послушай меня. Это оно после каждого патрона перезаряжается? Да. Ты должен. Чтоб напало. А как прямо этот ворот это действует? Такое есть такая хуйня? Я поняла. Что не надо после каждого раза перезаряжаться? Надо. Вам просто походу как-то там, блядь. Такого нет, типа на самом деле? Там нет, там походу уже говорю, он нет, поднимает на себя просто. Того раза. Туда-сюда дергает. Так он же не дергает, ты стреляешь просто. Спасибо, что спасла. Он дергает. Нет. Блядь, ты стреляешь и прицел, блядь, ходит, когда он передергивает. Я могу без прицела стрелять. И видишь, что он нихуя не делает. Ну посмотри, давай. Ну ладно. Так хуйня получается какая-то. Ну так эти о чем? Не-не-не. Если уж ты тыришь, то прикинь сначала успеть. Слышишь, блядь, ты знаешь, что ты. Да. Блядь. Всех перебили нахрен! Подождите, ничего не стойте, ребята, стойте, перебили. Подождите, то ли еще будет, давай. Ты молодчина. Она еще по нему стреляет, блядь. Да. Шо они? У нее стреляют? Я кинули ответка, ебать. Да, прилетела. Откуда прилетела? Ебать она. Чебать, ну как тебя таки? Ебать она нормально. Где эти пидоры? Давай! Где они? Ох ты, ебать! Да ебать тебе в рот! По жопе, пидор. Поставь, блядь, патрон. Блин, обиделся. Патрон нет? Да. Заебись. Да, я накачать. Блядь, типа, хуй знаете, видел бы далеко, охуенно. Она пиздатая, прикинь, с патронами была. А, бля, кто так... Застрели тут чего, не трать. Я так и делаю вообще-то. О. Вот здесь! Все? Да. Кто кидает во мне это? Двигайся постоянно, видишь, тебе, блядь, подпаливают. Ты откуда я хуй, блядь? Письмо сразу убивает, видишь? Вот давай ему попал. У него какая-то винтовка, по-моему, автомат. А, нет. Все, нет патронов. Я знаю, больше нет. Терпись. Где он? Как там? Прикрой меня! Ты там патроны подобрал? Бля, кто по мне стреляет? Я он понял. Он жив, прикинь. Этот пидор перезаряжает. Куда попал? Что за хуйня? Ну пизда мне. Пошли нахуй. Блять, нет, не туда прошу. Я не туда пришел. Какого хуя? Ну я первый ударил. Ебать это бред, ебучий. А, ну понятно, все. Вот ебать это веселье, блядь, да и только. Это пиздец. Ебало, со всех сторон, ебать. Да нихуя себе их там. Сука. Еще патрон видел, когда я типа в голову сервис, он попал, блядь. О, нормально, движуха. Один вот. Поменяй. Кепку сбил, блядь. Поменяй. У тебя шеди. Я забыл, пистолет возьми. Как оружие, блядь, брать. Крестик этот. Блядь. Нет, крестик этот. И вниз он. Кто, блядь? Ты пистолет простой взял. Ебать огонь! Вот он нравится здесь, что, блядь, никого нет, потом ты поворачиваешься, он уже стоит, блядь, рядом.
Вот, видишь, они тоже, походу, на подкрадухах ходят, ебать, так жестко. Сразу поменяй пистолет, блядь. Пистолет лучше возьми. И пистолет поменяй. Там, что-то там тоже должно быть. Нет пистолета. Сучара. Сучара, сейчас, ебать. Задуши его. Я хочу. Потихо. Сейчас на свет выйдет, ебать, а там пидор. С чем нужно, блядь, эти? Да не, хуйня душит. Чё на мой не ломает хребет, ебать? Он на спину стреляет. О, горючка. Там другой. Нахуй. Ебать он. Он говорит, ебать. Да, вообще, мы его только зря качали, блядь. Где пидоры? Да. Такая задрачвала, ебать. Он умер? Ну что, подбери что-то. Да нахуй. Ебать хуета, да? Опа, они там все шкерятся. Это ж типа, ты чем добегаешь, что ты подбираешь? Проверим улицу. Что самое смешное? Убил сразу его? Да. Что за хуйня? У тебя, братик, нихуя нет. Опа. Видел, да, пидора? Да. О, он с рючкой. Эй, ты куда делся? Я здесь, братик. Жизни у меня мало. Да ладно, ебану. Пиздец, да? Да что такое? Как-то... Все, спускайтесь. Заебался? Завелась, хотела побольше пострелять, как в тире. А можно еще купить патронов? Зайчика, блядь, пострелять. Слонов медведей, ебать. Спасибо. Только все купить все колы, блядь, а там... Я школу не пил, блядь. Тварь, три дня, блядь. По-серьезному. Ну как я? Нормально, молодцом, ебать. Как Хэнкок. Вот, возьми. Ебать, он откинул пальчик. Тебе по размеру. Дамский сверчок. На самый крайний случай. Когда себя надо застрелить, если тебя укусит... А, ей похуй, в принципе. Там мне сиськи уже прикрутили, я смотрю. Сколько я лет, ебать. Хотя сейчас такая молодежь. В 10 лет ебутся. Предохранители. Умеешь снимать предохранители? Надо будет потом здесь все обыскать. Ладно, только помни, это не игрушка. Давай, ты должна... Джоэл, я понимаю. Ладно. А что, как будто я заменил? У меня точно слышит, точно не разные стволы, интересно. Давай посмотрим. Точно, точно. Да. Бегай с ним. Бей. Патроны другие поставь.